Приветствую всех. Вот и наступил второй день. День, когда мы будем играть Мастерс, где вы можете посмотреть игры обычных любителей с топчиками-профессионалами, коим, собственно, любителем я и являюсь. Ну и в том числе и Гоша, и Дима, которые будут играть вместе с более именитыми спортсменами. Ну а сегодня у нас по расписанию мы первым же делом сейчас попадаем в зал, где у нас будет проходить уже открытие. Категории женщины 60 лет и старше. Александр Сартаков из Барнаула. Здесь с Сашей мы неоднократно по вечерам играли на счет, тренировались. То есть первое время он меня учил, я в какой-то степени даже игры против шиповиков именно вот у него и научился играть, но из-за того, что долгое время с ними не играл, из-за этого с Максимом Кузиным мне, в принципе-то, и было тяжеловато играть. Дед Саш, расскажите, какой был план на игру? А что менял соперник во время встречи? План был постараться сыграть хорошо. Уже как-то финал играли за первое-второе место, но всегда, вы же знаете, хочется выиграть первое, постараться выиграть первое место. Он начал нормально, первый сет выиграл, потом что-то встал, не пошла игра. Второй проиграл и третий проиграл. Потом собрался, выиграл четвертый. И в пятой я поймал уже кураж, уже думаю. Ну мы пятый сет все видели и думаю, в первой части ролика все посмотрят и оценят ваши эмоции. Особенно последние розыгрыши. Да, я вот честное слово, я очень доволен, что я говорю, что я нашел себе силы, сила воли, сила духа, я говорю так просто, плюс характер. Я постарался и выиграл это, я сейчас, ура! Ну вот и мы переходим к мастерсу. Группы уже известны. Собственно, в моей группе первый посеянный Гребнев, второй Евстифейкин, третий Желудев, следующий четвертый Полосухин, пятый уже я и под шестым номером Джейн Байер. Собственно, ну а сейчас задача плотненько чуть подразмяться, чтобы почувствовать мяч. Надо, наверное, кого-то найти, либо Игорька, либо Гошу, либо, может, с Димасиком сейчас пойдем и уже повращаем.
Уважаемые зрители, вы сейчас видели все своими глазами. Хорошо, что посчастливилось сыграть с таким спортсменом, во-первых. Во-вторых, по игре, ну, конечно же, чувствуется прям на 5 голов уровень выше. Конечно, хотелось бы в тот второй сет, который все-таки я вел со счетом 9-7, довести до удачного конца. Но в какой-то момент, возможно, мысли помешали о том, что все-таки есть какие-то шансы. Возможно, меня и немного подломили.
сейчас Александр расскажет свое мнение по поводу турнира, который уже традиционно проходит в Кемерово, фестиваль, где встречается и можно увидеть очень много именитых спортсменов. Собственно, на этом турнире вы увидели Гребнева Максима, Льва Волина, Лакеева, Желудева. В общем, очень много именитых спортсменов. Да, на самом деле очень много плюсов. Зал очень просторный, мяч летит не сильно быстро, то есть где-то успеваешь доиграть те моменты, где в других залах вообще не успеваешь. Столы хорошие, зал очень хорошего уровня. То есть многим городам до такого стремится и стремится. Столы очень качественные. Освещение немножко, конечно, хромает. К концу дня начинаешь уставать. А так в целом очень хорошо. Удивил состав участников. Я думаю, наверное, за всю историю этого турнира никогда столько людей с таким рейтингом не приезжало. Удивили люди, как бы люди из Казахстана. Приехала небольшая команда с минимальным рейтингом и с очень хорошей поставленной игрой, которой наказали полсибири, наверное. А так вообще, что здесь можно сказать? Наверное, всем советую вернуться в этот зал в следующем году. Но в следующем никто, году, наверное, будет еще сильнее состав. Никто не пожалеет, я думаю, как минимум. Thank you.
Причем чемпионский стол. На вопрос. Такой вот ноте мы заканчиваем второй день и встречаемся завтра в третий день, где мы будем уже играть абсолютное первенство, где у нас, напомню, что из мастерса спустились 16 человек, кто не попал в гранд-финал, и с абсолютного первенства, которые проходили сегодня отборочные этапы, еще поднимаются 16 человек, и завтра будет сетка на 32. Ну а параллельно на центральных столах будут проходить встречи гранд-финала, где 8 человек, которые вышли из наших подгрупп, будут играть в сетку.